Привет всем, с вами Паша Силопыта, власть серебряная бабочка. Это куркюджан, вечерняя одежда для Нового года, туфельки красивые на распродаже. Я обычно смотрю обувь, парфюмы и аксессуары. Бабочки – это наше все. Камешки и прозрачные – все тоже наше. Бантики уже начинают надоедать, но все равно они существуют в магазинах. Эти камешки и блески буквально повсюду. Этот тренд до сих пор не ушел с подиумов. Но пайетки стали разнообразные, другого качества, допустим, кругленькие и квадратненькие одновременно. Вот это серебряное платье хочу. Сезон. Сезон рождественских праздников в самом разгаре. Модные цвета. Темно-синий, просто синий, черный и, конечно же, блестки. Немного кантри стало, а это Хьюго Босс, вот это платье. Хочу такое платье. И цветные тренды сезона.